На очередном заседании Тверской городской думы народные избранники рассмотрели ряд важных для города решений. Основное в их числе – корректировка бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. Тему продолжит наш корреспондент Наталья Чекет. Городская казна пополнилась межбюджетным трансфертом на сумму 314 миллионов рублей. Средства выделены на исполнение государственных и региональных полномочий и обязательств. Так деньги направят на укрепление материально-технической базы дошкольных учреждений и школ. Кроме того, дополнительные средства направят на поддержку региональных программ по проектированию туристического кода центра Твери. Изменение бюджета – это процедура, который мы проходим не один раз за исполнение бюджета за год. У нас появились дополнительные доходы. Дополнительные средства будут выделены на ремонт 17-й школы нашей. Сумма выделена на развитие туристической логистики, я бы сказал, в городе Твери. Дополнительное финансирование выделено на трудоустройство несовершеннолетних. Нынешним летом работать будет порядка 2000 подростков, что почти в 3 раза больше плановых показателей. 2,5 миллиона рублей направят 17-й школе для выполнения работ по антитеррористической защите здания начальных классов. Сейчас у нас идет активно подготовительный период к учебному году. Объемные такие ремонтные работы в школе номер 17. Также были выделены деньги на 45-й школу там на оборудование. То есть процесс подготовки идет активно, поэтому приходится иногда, когда появляются у нас дополнительные возможности финансовые, их перераспределять на социальную сферу. Депутаты единогласно проголосовали за внесение изменений в бюджет города на текущий год. Помимо бюджета, депутаты одобрили реорганизацию МУБЖЭК из унитарного предприятия в муниципальное бюджетное учреждение. Изменения связаны с требованием федерального законодательства, предписывающего ликвидацию МУПов до 1 января 2025 года. После реорганизации права и обязанности учреждения останутся прежними. Сокращение штата сотрудников не предусмотрено. На заседании избран председатель постоянного комитета по вопросам местного самоуправления и регламенту в Тверской городской думе. Им стал Алексей Арсеньев. Он также является заместителем председателя городской думы.